мы сегодня переехали в... Начали, точнее, переезжать в новую квартиру. Вот я сейчас стою возле входных дверей. Тут такой небольшой гардеробчик. Тут у нас сразу зона кухни, большая гостиная. Тут стиральная машина и сушильная машина. Там бойлер, он неинтересный. Это общая ванна. У нас тут одна ванна, потому что мы взяли однокомнатную квартиру. Вот ванна, туалет. Сразу такой раковина, свет, там все дела. Тут тоже шкафчик для каких-то полотенец, еще что-то. Это Женина комната будет. Отлично. У Жени тут он гардероб, он уже что вещи развешивает. Вот выход. Сейчас я занят чуть-чуть. Там вот балкон. Привет. Мы не знаем, тут в футах все. Тут вот лестница. На второй этаж. На втором этаже такая типа та же комната. Тут будет спальня еще одна с кроватью. Тут тоже гардероб. Нет. Гардероб. Вон тут уже чемоданы обжились. Полочка, полочка. А тут спрятан кондиционер. Такой. Вот тут подсветочка. Тоже кондиционер. Вот такой вниз вид. Так вот будем тут жить. Посмотрим, как тут будет жить. Вот такое вот жилье. Вначале я снял, как выглядела квартира до того, как заехали. Теперь она выглядит вот так после того, как уже совсем тут немного, можно сказать, обжились. У-ху! Американский холодильник. И тупая морозилка бесполезная, в которую ничего нормально не положить. Кладовочка. Ну, кладовка, ладно, ничего интересного собой не представляю. Что тут? Это красивые занавесочки, которые я купил. Кстати, прикольный лайфхак. Одна занавесочка, шторка для красоты, а вторая для практичности, чтобы вода не вытекала на пол. Теперь вот так вот. Это уже не в комнате. Это чтобы ему было удобно читать сказку на ночь. Что еще? Вот. Ребенок получил на Новый год новый лего-паровозик. И теперь тут строит вовсю железные дороги. У него гардероб. Еще предполагается диван, но может его не случиться. Тут я работаю, сижу. А наверху. Ну вот. Вся мебель собрана мной вот этими руками. Ну и тут висит. Стоит и лежит. Вот так вроде все показал. Всем пока.